Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать образцы пряжи из магазина «Мир вышивки», «Мир крестика». Напоминаю, что в этом магазине для вас действует 10% скидка с промокодом Ситникова. При заказе вы вводите в поле, где нужно ввести промокод, фамилию Ситникова, либо все большие, либо все маленькие буквы, и получаете дополнительную скидочку в 10%. Мои хорошие, посмотрите, что я связала. Недаром здесь лежит бабочка. Просто не возникает других ассоциаций, когда трогаешь вот эту нежность. Посмотрите, какая прелесть. Этот образец уже постиран. Я не могу вам передать всех своих эмоций и тех чувств, когда вот прикасаешься к этой пряже. Это что-то неимоверное. Это нежнейшая нежность, я бы сказала так. Пряжа BBB Soft Dream. Вот так вот выглядит этикеточка. Здесь 75% мохера, 25% шелка. 200 метров в 25 граммах. Напомню, эту пряжу предоставил мне для тестирования магазин «Мир вышивки», который я просто вам рекомендую. Сейчас покажу на свет, чтобы вы понимали, как это выглядит. Ну вот, когда вот так вот. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас расскажу немножко об этом образце. Рисунок мы с вами уже вязали. Сейчас я вам его покажу. Значит, что я добавила еще в эту пряжу? Ну, конечно же, свой любимый шелковый блеск. Кстати, шелковый блеск в магазине «Мир вышивки» по очень выгодной цене сейчас. Стоит он там 160 рублей. Напомню, что я покупала на фабрике, розничная цена 180 рублей. Это вот при Троицкой фабрике в интернет-магазине. Так что очень рекомендую. И те, кто живут не в России, я знаю, что, например, на Украине не найти такую ниточку «Шелковый блеск», у вас есть уникальная возможность воспользоваться именно этим интернет-магазином, потому что там есть международные пересылки. И одна моя подписчица Ирочка заказала там уже эту пряжу «Шелковый блеск». Конечно же, у меня еще тогда не было сотрудничества с этим магазином, и я просто ей рекомендовала его, ну, без скидки. Сейчас есть еще скидочка, вот такой небольшой бонус, поэтому воспользуйтесь. Значит, здесь две ниточки: шелковый блеск и вот Soft Dream, BBB Soft Dream. Посмотрите, что получается. Вот когда, ну, я не знаю, эти ниточки, наверное, просто, ну, как будто ждали друг друга. Вот видите, шелковый блеск и Soft Dream. Просто нежнейшее получилось полотно. Подойдет для ажурных пуловеров и для палантинов. Но это вот мое мнение. Я бы с удовольствием связала такой палантин. Рисунок узора мы уже с вами разбирали. Есть мастер-класс. Ссылку оставлю. Вот они, эти два рисунка. Но посмотрите, как они выглядят по-разному в разных ниточках. Спицы здесь, именно вот в махеровой ниточке, у меня 5 пятерочка, бамбуковые, китайские.
протестировала я их еще разок на махеровой пряже и осталась довольна. Вот они, видите, пятерочка. Тоже рекомендую эти спицы. Вязать одно удовольствие. Для скользкой нитки, для махера. Просто шикарно. И что еще я заметила, что в этих спицах не вытираются. То есть там как будто, видите, как внутри дерева, так скажем. То есть вот это не вытрется. Единственный минус, не на всех спицах, на более тонких, нет вот такого маркирочка с номером спиц. А большие спицы все идут под номерами. По-моему, даже с 3,5 начинается уже маркировка на спицах. Итак, мои хорошие, что хочу сказать вот по этой пряже. Покупайте. Это неимоверное что-то. Посмотрите, какой легкий-легкий пушок. Даже для тех людей, у кого гипераллергеновая кожа, чувствительная, да, я думаю, что вы не почувствуете. Это просто нежнейшая пряжа. Просто нежность. Я бы, наверное, так и назвала пуловер, если буду вязать или свитерок, или кофточку. Нежность. Потому что, ну, это очень классно. Так, еще из этой пряжи я связала, но не стирала. Вот такой образец. Помните тот голубой свитер? Я нашла приблизительную косу, а может быть даже и та же самая коса. И вот связала образец. И вот опять иду к вам за советом. Как вам вот такой вот образец? Я просто думаю, что связать и как связать. Но это, конечно, очень нежно. Просто очень нежно. Не знаю, как поведет себя вот этот образец после стирки. Это вот тот голубой свитер, который с поперечным вязанием, где вот эта коса идет, ну, ниже груди, так скажем. Вот, и я прям вся в раздумьях, что же мне, какую вещь связать именно вот из этой ниточки. Здесь тоже вот шелковый блеск и BBB Soft Dream. И что еще хочу сказать по ниточке. Это ниточка, которая дает право на ошибку. Распускается просто на ура. Я вам прям сейчас продемонстрирую. Мы знаем все, что такое махер и как из него тяжело вязать. То есть, если сделали ошибку, распустить очень проблематично. Посмотрите, как распускается вот эта ниточка. Смотрите, я тяну, я даже не придерживаю образец. Видите? Вот, специально сняла со спиц, чтобы вам показать. Так что во всех отношениях ниточка просто великолепная. Вот очень надеюсь на ваши комментарии. Как вы считаете, подойдет эта ниточка для этой модели? Вот чтобы косу связать или платочную вязку. Это платочная вязка. Так, это сказала я. Теперь еще один образец, который мы с вами... Так получилось, так сложились звезды. Был связан ранее, а потом я заказала эту пряжу в магазине «Мир вышивки». Вернее, мне эту пряжу предоставил этот магазин. И мы с вами вязали вот этот образец. О нем я уже рассказывала. Еще добавлю, что ниточка просто великолепная, очень мягкая, тонкая и мягкая. Это редкое сочетание. Обычно, когда ниточка слишком тонкая, она, конечно же, грубовата. Но это не коко. Не для коко. У коко присутствует мягкость. Девочки, я прошу прощения, в первом своем видео, когда я рассказывала о магазине «Мир вышивки», когда я только-только получила пряжу, я не сказала вам про цвет. Цвет, вот вы сейчас видите на экране, 3879. Это вот эта голубая ниточка. Из нее я собираюсь вязать длинную тунику, платье, туника. То есть это будет опять многофункциональная вещь, которая с разрезами по бокам. Крючок здесь двоечка. В принципе, этот крючок и
производитель ниток тоже рекомендует. Вот видите, крючок двойка, спицы полтора и тоже два. Вот. И когда я вчера связала вот эту нежность, я просто вся в раздумьях, понимаете? Я сейчас понимаю, что лето, и нужно бы вязать вот эту тунику, да? А мне так хочется связать этот пуловер. Я прям не могу, вот как между двух огней, да? Я не знаю, что мне сейчас начать вязать. То ли этот пуловер из махеровой ниточки и шелкового блеска, то ли вот эту тунику. В общем, я вся в раздумьях. Я на распутье, жду ваши комментарии. Как вы думаете, что в первую очередь нам связать? И может быть даже оставлю, ну, какой-то из вот этих образцов. То есть либо вот это будет свитер с косой, поперечное вязание, коса будет вот так горизонтально. Либо оставлю вот этот вот ажур для махера. В принципе, для махера, ну, это так, мои рассуждения. Конечно же, дырчатый узор больше подходит, он больше раскрывается после стирки. Видите, какая вот нежность появляется, пушок такой. Ну, то есть ниточка больше раскрывается. Здесь, наверное, этого не произойдет. Возможно, это рисунок коса, это красивый, но для другой ниточки. Может быть, для лизе какой-нибудь, которая, ну, лучше держит форму. В общем, вся в раздумьях и жду ваши советы. Хочу напомнить, что мы вязали этот узор. И во вкладке «В сообществе» есть схема этого узора. Он достаточно простой. Я просто вам напоминаю, кому понравилось, вот, для палантина, для пуловера, пожалуйста, заходите во вкладку «В сообщество». Схема там есть. Ну и, конечно же, есть мастер-класс по этому узору у меня на канале. Ну вот, мои хорошие, такое сегодня коротюсенькое видео. Решила поделиться вот этим образцом нежнее нежного. Покупайте ниточки, не жалейте, как говорится, денег. Деньги есть у всех, а вот вещи ручной работы – это роскошь. Не забывайте про 10% скидку с промокодом Ситникова. И я на сегодня буду заканчивать свое видео. Вот такая красивая погода у нас стоит за окошком. Но вчера было очень-очень жарко. 30 градусов. Мне нужно было выйти из дома. И я, в общем, пришла домой такая немножко очумевшая от жары. Наверное, сегодня будет тоже такая же жара. Нужно выбираться гулять, нужно выбираться в лес. И, может быть, нужно взять с собой вязание. Так что вот, мои хорошие, жду ваши комментарии. Напишите, какой процесс мне сейчас начать. Я стою на распутье. Что бы вам хотелось в первую очередь увидеть на моем канале. Ну а на сегодня все. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.